Привет всем нашим подписчикам! Сегодня мы находимся на очередной вечеринке ТВ «Шанс». И у нас в гостях, расскажите о себе. Венера. Венера, расскажите о своем творчестве. Что сегодня вы нам покажете? Я сама пишу стихи, песни. У меня в списке уже около 20 песен. Первую песню я написала в 14 лет, она называется «Беги». Сегодня я исполню песню прекрасного, талантливого автора Кирилл Вена. Песня называется «Биться». Как раз в тему мероприятия. Хорошо, а расскажите, как вы начали заниматься творчеством? Почему такой псевдоним? Творчеством я начала заниматься в детстве. Началось все с театра, потом все переросло в музыку. А псевдоним обозначает слово «любовь». А, естественно, песни мои все о любви, и поэтому я так и назвала себя. Здорово. А как вам сегодняшняя атмосфера праздника? Чудесная атмосфера. Очень нравится тут все. Люди прекрасные. Да, у нас всегда очень тепло и уютно. И я думаю, сегодня вы покажете нам очень яркий и запоминающийся номер, и нашим уважаемым гостям он очень понравится. Будем ждать ваше выступление. И пожелайте что-нибудь нашим подписчикам. Я хочу пожелать подписчикам, чтобы они всегда стремились к своей цели, шли к своей цели, мечте, добивались своего и были всегда на высоте. Вот. Здорово, спасибо. Подписывайтесь на наш канал.